мой человек. 4. О, пошли подписчики. Сейчас подписчики. Сейчас присоединятся к нам, и я покажу, где мы. Пока буду показывать, как мы едем. Блин, наверное, они догадаются, что мы в машине. Ну что? Боже, я пишу. Привет! Сань, поздоровайся с всем, моими подписчиками. Всем здрасте, подписчики. Настя, поздоровайся со всеми. Мы в пробке нереальной. Саня выбрал очень хороший маршрут. Чего? Так. И поехал туда, где все стоит. Вот. Мы едем в деревню Райки на открытие торгового центра Wellstore. Вот, будем вести сегодня там мероприятие. Ой, аккуратно! Ты что так? Ой, я его задел. Ты видел? Да, я его задел. Ты его задел? Ну, я его задел, но он меня простил. Нормально вообще? Ну, бывает, что. Очень все стоит, я вообще не понимаю. У нас съезд через 5 километров на Щелковское шоссе, да? По Щелковке поедем? Да. Почему-то все стоит. Сейчас вот по-любому кто-нибудь едет, смотрит тебя, едет на МКАДе вместе с нами. Да, 100%. Кто с нами на МКАДе? Олечка, снег есть. Слушайте, у нас не снег, у нас какая-то вообще слякоть. Погода, если честно, не очень. Сляскать. Сань, как себя чувствуешь? Я отлично себя чувствую, несмотря на то, что я лег спать в 10 утра. Но я немного пораньше легла спать. Вот. Вы бы знали, какой сейчас перегар от меня. Да. Ты что, нельзя так говорить? Вдруг ты нас гаишник смотрит, тяжесть становит. А у меня уже выветрилось. А. Ой. Так что будем сегодня работать. Кто-нибудь придет? Кто-нибудь есть здесь? Из деревни Райки. Среди тех, да, кто будет сегодня на открытии торгового центра Wellstore. Привет. Как ты сказал по-английски? Вот прям, типа ты англичанка, Wellstore, как ты скажешь. So, is anybody here who are going to visit this... Сань, ты как едешь, блин? Блядь, ну как он перестраивается, посмотри. Чё? Прервал мой спич. Wellstore. So, how are you? Do you wanna go to the Wellstore? Do you wanna go to the Wellstore? There will be... Well, so. Айка, Айка пишет, сеструха. Лапа, приезжай к нам. Лап, приезжай. Олечка спрашивает меня, ты будешь диджей-сет вести или петь, или что ты будешь делать? Я буду вести это мероприятие вместе с Саней. Саня будет выступать. Тоже будет выступать еще и Иванушки Интернешнл и очень много-много. Всю жизнь мечтал оказаться на одной сцене с Ласковым Маем и с Иванушками Интернешнл. Да. Мечтал их разогревать. Мечты сбываются. Ура! Так что будет сегодня очень много селфи, очень много фотографий. Вот. И я буду очень рада, если моя сестра приедет. Да я не нас поддержать. Ты что, прикалываешься? Жизни не приедет, да? Не приедет. Ой, самая красивая, пишет моя Яночка. Ждем фото. А, я хотите вам прикол расскажу? Значит, вчера выбирала одежду на мероприятие. Уже отпарила вечернее платье в пол, красивое, из моей коллекции. И мне пишет директор. Оль, типа, ты, ну, Уги возьми, и если что, там будет пуховик. Я спрашиваю, а зачем Уги? Какие Уги? И он мне только вчера вечером сказал, что мероприятие будет на улице. Я Сане звоню, рассказываю, он вообще в шоке, ты тоже же не знал, не да? знал, поэтому мы утеплились. Да, поэтому мы, видите, так тепло одеты, в свитерах, в лосинах, вот. У меня еще пальтишечка будет тепленькая. Так что, представляете, ну, реально, если бы Арам не сказал, я приехала в вечернем платье. Ну и прикольно, что вышла бы в вечернем платье. Ну да. И в пуховике. Ой, так что такие сегодня у нас дела. Рабочая суббота. Собственно говоря, каждый день
у меня работа. Так что, мои хорошие, я вас целую, обнимаю и желаю всем отличной субботы. Оль, а как думаешь, на кого похожа Аня, на какое животное? Моя Аня? Да. На какое? На какое животное похожа Аня? На какое животное похожа Аня? Не знаю. Мне кажется, на куропатку. Куропатку? Не знаю, а я на кого? Ты на пингвина похожа. А ты на кого? На Бивиса. Кого? Бивиса. А можешь сделать сейчас на камеру вот этого Вуди? Нет. Почему? Я тебе сделаю лично. Наш смотрит 4000 человек. Сделай Вуди, все хотят. Гадина тебе пишет сестра. Кто гадина, я или Текила? Я тебя не называла куропаткой. Между прочим, куропатки – это уникальные птички. Они издают прекрасные звуки. А ты можешь сделать Вуди? Да не буду я делать Вуди. Зачем? Отлично выгляжу. Спасибо большое. Ну, в общем, мы уже едем 1.5 часа, и, судя по всему, будем ехать еще столько же. Ну, Саня хороший водитель, выбирает хороший маршрут. У нас через час уже выход на сцену. У нас через час уже выход на сцену, а мы вообще стоим в пробке. Смотри, что происходит. Покажи людям. Сама куропатка. Черный ад вообще. Сейчас покажу вам. Нефть вытекла на МКАД. Сейчас. Просто. Смотри. Ужасно. Грязь. Ужасно. Ужасная погодка. Ужасно. Ай, мне так нога затекла, у меня точки по ней бегают. Тебе бывает такое? Мне нравится. Ай-яй-яй. Ладно, все, друзья. Если вам будет интересно, буду выходить с вами на связь. Если хотите. Во время выступления Сани, Ласкала Мая, Текила Сань, сказала Иванушек. Так что... Целую, всем хорошего. Блядь, чувак, дня. По-моему, смотрит наш перископ. Он несколько раз уже мне это... Да? Смотри, он опять мигает, да. Чувак, на аудио. Можешь поморгать еще раз на аварийке, если ты смотришь наш перископ? Да. Или он просто, может, нас узнал, вот ты моргаешь. Рукой вот так помахал. Рукой помахал? Парнишки на аудио, привет передаю. Да, реально. Впереди едет чувак, ну или мужчина, мы не знаем, или девушка, который смотрит сейчас перископ и сигналит нам. И включает аварийку, машет рукой, так приятно. Удачи. Я вам не отвечаю на вопросы, простите меня, пожалуйста. Очень просто эмоционально всегда общаюсь. Помнишь, что надо взять на заправку? Ну, помню, но надо нам съехать отсюда, видишь, пока идет правый ряд. Я помню, что нам надо сходить в туалет. Да, это не обязательно было говорить. Так, ну что, я уже 100 раз с вами попрощалась. Лайки, ставьте лайки. Все, целую, обнимаю, еще увидимся. Пока-пока.